Сумочка Клатч от известного бренда Red Valentino. Приветствую всех своих любителей вязания, а также подписчиков. Сегодня хочу предложить вам мастер-класс по вязанию вот такой вот сумочки. Это сумочка известного бренда, как я сказала. Многие женщины хотят быть обладательницами такой сумочки, поэтому мы сегодня с вами сделаем похожий вариант. И каждая из вас может быть обладательницей такой вот сумки Клатч от Red Valentino. Итак, приступим. Итак, для того, чтобы нам связать сумку, нам нужен исходный материал. Прежде всего, нитки. Я буду все расчеты делать для ниток. Сейчас покажу. 50 грамм 105 метров. У меня ушло где-то порядка 200 грамм. Вы же будете рассчитывать согласно того, какой у вас материал. Но все же я рекомендую взять ниточку потолще. Хлопок синтетика. В принципе, можно и шерсть. Но у меня вариант хлопок. И вот такая вот толщина нитки. Согласно этого я буду рассчитывать и рекомендовать сделать ее такой же вам. Я купила ленту вместо... В оригинале там идет кожаная лента. У нас получается будет вот такая обычная лента, которую я потом посажу на дублерин 25 сантиметров. Два крючка 1,3, другой 2,1. Скажу в дальнейшем по работе, зачем это мне два. Подклада у нас есть. У нас есть дублерин. Да, подкладка и дублерин по метражу. В любом случае, дублерин у меня ширина 80 сантиметров, я взяла 30 в ширину. Ну, точно так же можно и 30 сантиметров взять подклады. Там обычно подклада идет 150, ширина 140. Нам вполне хватит для того, чтобы выкроить подкладку. Дублерин для того, чтобы уплотнить нам нашу подкладку, и сумка держала форму. Для того, чтобы сумка держала форму, нам еще нужно с вами вот такие две вещи, как реголин. Это вот он такой, видите, совсем жесткий, плотный. Мы его поставим вверх на ручку. У нас идет цепочка. Цепочку каждой петельки может себе подобрать по своему росту. От 90, от 85 до 1,10 м. Дальше. Так, для того, чтобы собрать нам сумку воедино, нужно связать ряд полотнищ. Вот таких вот два полотна. Я полотно уже связала, и могу вас с вами поделиться вот какой информацией. Значит, размер до того, как я постирала свои полотна, у меня были в ширину был 20, вернее, в высоту был 20, в ширину был 27. После стирки у меня подсело наше полотно, и у меня теперь 19 на 29. У меня таких полотна два. Это задняя и передняя половинка. Вот одно полотно и второе полотно. Вы видите. Для того, что еще нам нужно? Нам нужно с вами две боковые части и донышко. Боковые части. Они должны соответствовать нашему боковому боку. Вот видите. Мы должны их будем посшивать. Они должны быть точно такие, как и сама боковина. То есть высоту они должны быть 19. В ширину, вот эта ширина, я вязала 5. После, в общем-то, и стирки осталось 5. Таких вот у нас два полотнища. Одно и второе. И у нас с вами дно. Дно, конечно, у нас с вами по ширине мы замеряли 29 и в ширину 5. Так, у нас с вами есть вот, получается, 5 частей. Теперь у нас еще есть основная часть. Это крышка нашей сумки, которую мы будем закрываться. Смотрите. Она у меня выполнена из отдельных элементов, связанных между собой и обвязанных. Я сейчас покажу, как вязать этот элемент, как связывать, чтобы получить вот такую вот крышку. Она у нас, конечно, должна соответствовать по размеру.
Вот смотрите, в ширину она у нас таки чуть-чуть, но у нас 28 чуть-чуть меньше, и высоту должна быть немного больше. Там у нас 19, а здесь у нас 23. Вот такие вот части нам нужны для того, чтобы собрать сумку. А сейчас я расскажу, как мы собираем сумку и как мы будем с вами вязать основное полотно. Покажу, как нам добиться ровной половинки и выйти на тот размер, который нам необходим. Итак, для примера, для того, чтобы показать, как мы вяжем с вами полотно, я сейчас провяжу 13 петель. Первая петля у нас, мы ее сделали. И теперь я делаю 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Крючок, кстати, я забыла сказать, это крючок у меня 3. Я говорю о том, что у меня в начале 2 крючка. Вот это вот полотно мы вяжем крючком 3. Набрали мы косичку из 13 воздушных петель. Теперь мы с вами будем просто вязать полустолбики. Значит, это у нас 13, это у нас 12. Значит, в 11 петлю я ввожу крючок и захватываю рабочую нить и провязываю. Итак, в каждую из этих петель нашей цепочки я ввожу крючок и провязываю полустолбик или столбик без накида. Его называют по-разному. Вот так вот до конца ряда я провяжу. Видите? Вот мы с вами обвязали первоначальную нашу цепочку. Я хочу посчитать количество петель. У нас в начале было с вами 13. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 петля у нас ушла, получается, на подъем. Мы поворачиваем с вами вязанием, делаем одну воздушную петлю. И теперь не вот в этот столбик, а вот в этот. Обратите внимание, видите, это у нас вот эта воздушная петля будет как бы вот этот вот полустолбик. Я еще раз говорю, не в этот, а в этот мы с вами провязываем наш полустолбик или столбик без накида. И вот таким вот образом довязываем до конца ряда. Это очень простой, самый простой маневр, который может быть в вязании крючком. Он, я понимаю, что несколько долго, но для того, чтобы, может быть, кто-то руку набивает, кто-то вяжет, а кто-то уже умеет, у него будет очень это все быстро получаться и ровно. Полотно должно у нас получиться с вами ровное. Стороны обязательно должны быть ровные. Если у нас будут кривые, значит, у нас не получится ровная сумка. Вот смотрите, я как бы зашла в каждый из столбиков. Теперь я возьму и посчитаю наши петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и вот это 12. Четко получилось 12. Ни больше, ни меньше. У нас все время должно получаться 12 петель. 5 я делаю накид. Вернее, одну провязываю одну петлю подъема. Я не в эту. Если нам нужно расширить вязание, мы ее провяжем в это. Но нам нужно ровное полотно. Значит, получается, эта петля подъема у нас как бы этот полустолбик. Мы заводим сюда. И провязываем. Вот я провязала несколько рядов, и вы можете видеть, что стороны у меня ровные. Я просто еще раз провяжу с подсчетом петель, для того, чтобы вы тоже внимательно вязали, и у вас были ровные края.
одна петля, пропускаем во вторую, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. И вот это 12-е, никогда про нее не забываем. Она нам выравнивает, дает ровный край. Я в описании к этой сумке я дам количество, сколько я набирала петель, сколько рядов на каждой из полотен. А в следующей части нашего урока я расскажу, как нам мы будем делать с вами крышку ажурную для нашей сумки.